Я эту карту не так хорошо знаю. Зелененький. Ты кто, зеленый? Да. Все, вот такие вот грибочки. Сейчас я сверху посыплю сыром. Опачки. О, ребятки. Готово. Ждет. Выгули меня. Выгули меня. Пришли поиграть с тобой? Я импостер. И что вообще, в чем суть этой игры, не пойму. Что ты должна сделать? Это они, твои подписчики? Да. Ксюша пригласила, сделала этот в сторис. Да. Пригласила в сторис, в общем, чтобы они пришли поиграли. Я не понимаю эту игру, честно. Я обожаю эту игру. Не понимаю. Куда-то бегает что-то, и их суть, что нужно найти, куда-то дойти. Все хотят с тобой играть. А максимум сколько человек заходит? Ну, можно 10, там ты сама можешь сделать сервер. Ага. Карту, количество, и да? Потом количество. Понятно. И сколько сейчас человек там? Я тоже хочу. Тихо, осторожно. Смотрите, Каролина рассыпала рис вареный. Подожди, пусть Бонни съест. А то, что не доест, я уберу. Кто играет с Ксюшей? Вы во влог попали. Я эту карту не так хорошо знаю. Зелененький он. Ты кто, зеленый? Да. Он красненький рядом бегает. С Ксюшей. Тут хочу домой. Путин. Да. Уточка. Они выиграли. Я знала, что это желтый. Она соскучилась. По своей хозяйке. Привет. Целый день, скажи, я не видела, да? Она все игрушки уже Каролинины порвала. Нельзя. Ты мультик смотришь? Фиксики. Круто. Че он так неровно у тебя лежит? Люди. 17% осталось, Каролин. Все готово для канала, поэтому будем открывать. Постель запрось. Слышишь? Все готово. И завтра можешь уже видео снимать. Тебе уроки нужно делать? Нет. Если хочешь, сегодня снимем. Сейчас папа приедет, я его накормлю, покушаем и вечером снимем. Сейчас уже папа приедет? Да. Он сегодня работает до 5. Хочешь, сегодня снимем? Я сейчас должна делать. Потом, вот уроки сначала сделай, а потом будешь снимать. Я делаю уроки. А я проверяю. Нет, я контролирую. Контролер. Стою над душой. Потому что она сразу лезет в телефон. Как я только ухожу, она сразу в телефон. Так ты уже половину решила. А почему ты ручкой пишешь? Можно ручкой писать? Да, нужно. Нужно ручкой писать? Так ты вчера всегда раньше карандашом писала? Не знаю. Теперь нам нужно. Теперь ручкой? Да. А ручка все равно стирается, как карандаш. Завтра. В другой школе нам нужно было с такой настоящей синей ручкой писать. Тесты. Нам нужно было тесты писать настоящей ручкой с такими этими. Которые у меня такая есть... Алло. Люди слушают. Смотрите, она делает уроки теперь здесь. А почему она делает здесь уроки? Она мне сказала, потому что там грязно. Там бардак. Там бардак. Она говорит, там бардак, я делать уроки не хочу, она делает уроки здесь. Напротив себя вот так вот сидит. И делает уроки. Увижу, возьмешь телефон, заберу. Я слежу. Я закончу, потом телефон возьму. Я слежу за тобой, слежу. Я хочу приготовить грибочки фаршированные с курочкой. Не с курочкой, а с этим. Будешь с индюшкой. Ну тогда будешь рис кушать. Только с чем, я не знаю, ты будешь кушать. Я люблю вот такие большие шампиньоны брать, потому что люблю их фаршировать. Сейчас почищу. Что, все, уроки есть? Нет. Почему нет уроков? Потому что... Почему нет уроков? Как вы так учитесь без уроков? Вон другим задают там по 10 уроков. Я уже сделала, потому что это математика, я все сделала. Мама хочет от
Молодец. Возьми с полки пирожок, которого нет. Так, тут поменьше грибочки немножко. Решила, так, курочку я нарезала и решила еще добавить тыковку. Не знаю, никогда не добавляла. Не знаю, какое сочетание будет грибы с тыквой, но надо попробовать. Вдруг будет вкусно. Перемешала я тыкву. У меня еще кашель мучает до сих пор. Перемешала я тыкву с курочкой и еще добавила немножечко сливок, чтобы не было таким сухим. Чуть-чуть долью, чтобы не было суховато. Вот, и все, посолила, поперчила. Сейчас буду заполнять. Все, вот такие вот грибочки. Сейчас я сверху посыплю сыром. Ну, наверное, потом. Сначала пусть они приготовятся, и потом за 5 минут до полной готовности я насыплю сыр. А сейчас идем в печку. Уже согрелась. Очень... Ой, перевернулся! Колобок катится. Так. Интересно мне, что получится. Вкусно или невкусно? Надеюсь, вкусно. Запасной еды у меня нет. Придется всем есть. Все. Будем наблюдать. Марго, ты уроки сделала? Да, сделала. Опачки. Да что такое? Все, пока. Нет, не пока. Мы сейчас посмотрим, что вы здесь делаете. У тебя салон красоты открылся? Это ты такой, она вон сфотографировала ее с маской, да? Да. А теперь такой же делает макияж. Вау! Давай. Вот так вот. Красные должны быть? А, да. Все. Ну вот и красная помада пригодилась. Угу. Нравится тебе? Угу. Теперь папе иди покажи. Смотри, теперь... Ты сделала уроки? Да, сделала. Ну ты сейчас покажи. Показывай. Почти. Здесь просто эти, которые были очень... Да, вот это и вот это. Не, это домашка. Делай. Нет, это не домашка, это я просто списала. Марго! Папе понравилось? Нет. Нет? Как так? Нет. А мне нравится. Посмотри на меня. Нравится. Да! Про что сериал-то хочешь? Turkish für Anfänger. 7+? Окей, да. Понятно. Ладно, пошла я дальше готовиться. А Ксюша что-то у нас приболела. Я надеюсь, не из-за меня. У нее голова заболела, она сказала, будет спать. Легла, спит. Все, готовы грибочки. Вот такие вот получились с сыром. Сыр сильно расплавился. Вытек. Опа. Ну что, вкусно?
с тыквой. Но на самом деле вкусно. Ну, конечно, на любителя. Не все любят, наверное, тыкву. Но мы тыкву едим. И вкус неплохой. Вот, мясо. И получается тыква и грибы. Шампиньоны и все. Получается вкусно. Папа с рисом еще кушает. Голова болит? Только голова болит? Но температуры нет. Чего у тебя еще болит? Говори быстрее. Быстрее говори. Горло? Не болит горло? Планшет, мам. Планшет? Планшет, нет планшет. Нет планшет. Планшет нету. Планшет. Ну что, ребят? А ты такая смешная в этом отражении. Угу. У тебя лицо какое-то это. Ладно, все, ребят, мы готовы. Будем сейчас открывать канал Маргарите, а также загружать фотки. Вот, так, как оно правильно там написано? Так, вот, мы немножко изменили фотографию, и мы изменили название, потому что... Вот, теперь оно вот так называется. Ксения с одной И, Ксения Гейм, а там две И. Готово. Да, вот он, один знак, видишь, получается, без фона, без фонового, без фона. Так, все, сохранить. Я понять не могу, почему у меня компьютер на испанском языке. Папа, наверное, на нем работал. О, ребятки. Готово. Вот он. Смотрите. Ну, мы ссылочку обязательно оставим в описании. Можете подписываться. Подписывайтесь обязательно. Что за можно, нужно. Все, второй канал готов у Маргариты. Теперь... нужно монтировать видео. Завтра оно выйдет. Ага. Нравится? Очень. Довольно? Ну вот. Так что ссылочки оставим на два канала. Все, Ксюнчик будет снимать на днях тоже видео, да, новое? Свое первое. Маргуша, завтра видео выйдет, я смонтирую. И Ксюша. Календарем? Да. Адвент-календарь. А потом уже, да, еще одна. Почему? Раздражение. Маргоша, выгули, выгули Бонни. Смотри, она смотрит, она прям ждет. Выгули меня, выгули меня. Птицу счастья завтрашнего дня. Когда лежу нормально, когда стою, не болит. Тогда лежи. Нормально. Лежи нормально, чтобы не болело. Давайте. А то мне еще вон убирать нужно, сколько посуды. Нет, это не шампунь, это... это... этот... гель. Это странно, все вот так кашляют, потом они вот так вот говорят привет. Да, точно. Вот так вот в локоть кашляют, а потом на тебе локтем инфекцию. Так странно. Все спят, и я еще работаю. В общем, сейчас я домонтировала видео Маргариты на ее канал. Вот. Влог я буду монтировать завтра. Девчонкам завтра рано, в 7.30. Да, в 7.30. Вот, поэтому сейчас я закончу и пойду спать. Так что, всем пока-пока. Спокойной ночи.